из предыдущего у него рассказа следует, что число Рамсея от чисел S, T, R, ну и давайте, нет, давайте так, число Рамсея от чисел S, T, R не превосходит числа Рамсея от числа S и числа Рамсея от T, R. Очевидно? Потому что если вы хотите найти или полный S-вершинник, или T-вершинник, или R-вершинник, достаточно сначала не делать разницу между T и F и найти или полный S-вершинник такого цвета, или здесь. Но потом там уже найдется или T, или F. Ну и так далее, даже если при большем количестве цветов тоже. То есть, по большому счету, если вас интересует только конечность числа Рамсея, то вы все-таки должны в основном изучать вот это. Это, что называется, да, такие основные. Дальше. Как вы думаете, числа Рамсея во второй строчке 1, 2, 3, 4, 5, 6 нуждаются в изучении? Нет. Ну это натуральные числа, просто натуральные, да? И вот, а вот числа Рамсея тройки. Казалось, что даже этот вопрос очень тяжелый. То есть даже вот даже с тройкой это огромная проблема. Так, интересно, а почему? Почему нельзя на компьютере? Взять и какое-нибудь число Рамсея просто посчитать на компьютере. Подумаем. Вот, например, давайте возьмем и спросим себя, способно ли человечество посчитать число Рамсея от 6-6? На компьютере. На компьютере. То есть переводим все. То есть мы знаем, что оно от 102 до 165. Вот скажите, пожалуйста, если я вдруг решил при помощи компьютера доказать, что число Рамсея от 6 и 6 меньше, чем 120. Так, число 120 входит в этот интервал? Входит, отлично. Что я должен сделать? От 120 до 165 просто перевести. Нарисовать 120 точек. Какое-то несложно. Я даже, слушайте, это надо все-таки взять самые обычные часы, там же 12. И между каждым минутное деление это будет 60. Так это минутное деление и еще пополам. Отлично, нарисовал. Каждые две точки соединить отрезком. Но это я уже устал. Но, тем не менее, сколько отрезков на 120 точках? Число сочетаний 120 полов. 120 умножить на 119 и пополам. 60 умножить на 119. Так, слушайте, ребят, мне даже, если честно, не интересно, сколько это будет. Важно, что это, ну, сколько там? Ладно, 120 на 6 это 7200, да? 7200 минус 60 – это 7140. Отлично. Теперь внимание. Каждая из этих ребер может быть окрашена или в один цвет, или в другой. Но когда у меня есть одно ребро, оно синее или красное, второе синее или красное, 7140 – оно синее или красное. Значит, у меня вариантов будет всего дважды, так надо написать, 7140 раз. 2 в степени 7140. Давайте подумаем, что это такое. 2 в десятой – это 1024. Это 1024 в степени 714. Господа, это больше, чем 10 в степени 2100. Очень важно понимать, что это не просто не перебирается на компьютере, а это выходит за пределы всех численных возможностей, наблюдаемой нами Вселенной. То совсем всех. Вот если взять там все звезды, все планеты, все это разобрать и перевести в компьютер, наделать из всего компьютеров, что неважно, как это получится, да, все равно. Это превосходит вообще все, о чем можно только представить. Да? Вообще у физиков есть такое замечательное число 10 в сотой степени. Вот как только что-то стало там
около этого числа, то физики говорят, ну все, это выходит за пределы, так сказать, разумного в нашей Вселенной, потому что просто у нас столько вещества нет. И так понятно почему? Потому что сколько времени наша Вселенная существует? Кто знает? Я знаю. Да. 15,8 миллиардов лет. Замечательно, особенно десятые умиляют. Скажем так, меньше, чем 100 миллиардов лет нам нужно уложиться нашего вычисления, правильно? Если Вселенная с момента своего возникновения 13 с чем-то миллиардов, то понятно, что наше вычисление должно влезть в 100 миллиардов лет. Ну а, ребята, 100 миллиардов, вот это 100 тысяч, это 100 миллионов, это 100 миллиардов. Это, извините, всего лишь 11 нулей. Если вы высветите из числа 2111, оно не поперхнется. Это будет всего лишь 2089, да, но не особо это заметило. Нет. А у вас уже остался один год. Поняли идею, да? Не, ну надо еще на коэффициент. Еще надо на 365 разделить, да, это особенно мило, да? Вот, тут даже 3 нуля не отнимешь на этих ваших, на этом вашем 365, да? И вот, и там часов у вас 24. Ребята, это смешно, правда? Вот, то есть никакими компьютерными вычислениями никогда число от 6,6 посчитать будет невозможно. На самом деле, если вы посмотрите, даже для 5,5, если вы возьмете, скажем, все графы на, не знаю, там, на 44 вершинах, это, конечно, поменьше. Число сочетаний из 44 по 2, это будет 44 умножить на 43 пополам. Сколько там 22 будет? 22 на 43. Так, 860 плюс 86. Это 943. Ребята, 2 в 943 это 8 умножить на 1024 в 94. Что-что? 946, да, спасибо. 946, ну опять, это все не так важно, да? Это здесь будет 64 на 1024 на 4. Опять, это получилось 10 в, больше, чем в сотой степени. Все. Это опять выходит за пределы всех компьютерных вариантов. Поэтому, если у нас и есть какие-то результаты о числах Рамсея, то все-таки в основном это результаты теоретические. То есть мы должны какими-то рассуждениями получать какие-то оценки, а вот компьютерный счет, он возможен для маленьких чисел и абсолютно невозможен, скажем, уже для 6,6, а на самом деле даже для 5,5. Вот. Хорошо. Сейчас я расскажу вам, как можно получать именно теоретическим образом какие-нибудь оценки этих самых чисел Рамсея. Знаете ли вы треугольник Рамсея? Потому что, ребят, если даже не знаете, я вам сейчас сегодня рассказывать не буду. Считается, что, в общем, вы понимаете. Вот, хорошо. Что это такое? Вот это называется число сочетаний из двух по одному. Это число сочетаний из двух по два. Это число сочетаний из двух по нулю, да, и так далее. Вообще, число сочетаний из n по k – это количество способов выбрать k элементов в n элементном множестве. Отлично. Так вот, понимаете ли вы, что вот это вот число 6 – это на самом деле число сочетаний из чего? Почему? Из четырех подвод. Все-таки из четырех подвод. Я хочу, чтобы это было из четырех подвод. А вот это было бы из трех по одному. А это тоже из трех по одному. Намек, понимаете? Теорема. Число Рамсея не больше, чем число сочетаний из s плюс t минус 2 по s минус 1. Ну или то же самое s плюс t минус 2 по t минус 1. Доказательство. База следует из того, что когда вы возьмете в качестве s единицу,
то тогда вы получите такое неравенство. R от единицы и t не больше, чем число сочетаний из t минус 1 по нулю, а это есть единица. Замечательно. Точно так же число Рамсея от s и от единицы не больше, чем число сочетаний из s минус 1 по нулю, что тоже единица. Отлично. Значит, базу я доказал. Теперь, как доказать индукционный переход? Понятно как. Предположим, что я уже знаю два неравенства. Предположим, что я знаю вот это, и я знаю, что... Нет, почему это? Извините, пожалуйста. Нет, это я хочу доказать. А знаю я неравенство на вот эти числа. Итак, давайте аккуратно распишу. Переход индукции. Переход. Пусть я уже знаю, что выполняются следующие неравенства. Число Рамсея от s минус 1 и t не больше, чем s минус 1 плюс t минус 2 по s минус 1. И число Рамсея от s и t минус 1 больше, чем s плюс t минус 1 минус 2 по... Нет, по s минус 1, извините. А здесь по s минус 1. Так, проверьте меня, пожалуйста, правильно ли я написал вот это утверждение, в одном случае вместо s подставив s минус 1, а в другом случае вместо t подставив t минус 1. Отлично. Тогда смотрите, что у меня получается. Число Рамсея от s и от t по доказанной вот этой вот теореме не больше, чем r от s минус 1 t плюс r от s t минус 1. Замечательно. А это не больше, чем вот эти вот два числа сочетания. Чем s плюс t минус 3 по s минус 2 плюс число сочетаний из s плюс t минус 3 по s минус 1. Но, господа, свойство треугольника Паскаля гласит, что когда у вас есть число сочетаний из n по k минус 1 в сумме с числом сочетаний из n по k, то это то же самое, что число сочетаний из n плюс 1 по k. Все, надеюсь, это знают, да? Когда вы выбираете k элемент из n плюс 1, то первый элемент можно либо взять, и тогда из n элементов оставшихся вы выбираете k минус 1, либо не взять, тогда нам k элементов нужно выбирать из оставшихся. Так вот, если вы в качестве n возьмете... n минус 1 тогда. Из оставшихся n минус 1. Из n. Что, всего n плюс 1 элемент? Идея понятна? Так, ребята, если кто-то не знает, это не значит, что можно это проигнорировать. Это тема одна из важнейших комбинаторики. Называется числа сочетания. Срочно ищите там уроки про это в любом месте, в любой книжке. Числа сочетания — это абсолютно фундаментальная вещь. Без этого комбинаторики просто не бывает. Да? Если эту формулу использовать в качестве n, взяв s плюс t минус 3, а в качестве k, взяв s минус 1, то, собственно говоря, вы все и получите. Получите все, что нужно. Таким образом, я доказал вот эту самую оценку. Отлично. Пошли дальше. Давайте возьмем и задумаемся то, что называется оценка на диагональные числа Рамсея. Смотрите, пожалуйста, что это такое. Смотрите. Меня сейчас интересует число Рамсея от s и s. Дернес. Я знаю, что это не больше, чем число сочетаний s2, s минус 2 по s минус 1. Вопрос. А это насколько большое число? Ну, ребят, смотрите. Вообще, когда у вас есть треугольник Паскаля, то у него есть известное свойство, что если вы складываете числа в строке, то здесь получается 1, 2, 4, в следующей строке сумма будет сколько? 8,
А в следующем, угадайте? В следующем 16. Степени двойки, совершенно верно. То есть есть такое замечательное тоже. Число сочетаний из 2 из минус 2 по нулю, плюс число сочетаний из 2 из минус 2 по единице, по двойке, по тройке и так далее, и так далее. Плюс число сочетаний 2 по 2 из минус 2. Это все 2 в степени 2 с минус 2. Отлично. Но, господа, вообще-то самое большое число сочетаний стоит в центре. Поэтому мы с вами получаем совершенно замечательную оценку. Число сочетаний из 2 с минус 2 по s минус 1 меньше, чем 2 в степени 2 с минус 2. И больше, чем 2 в степени 2s минус 2. Так, ну смотрите, если честно, их здесь всего 2s минус 1 штука. Но можно крайние единички объединить в одно число. Поэтому спокойно можно писать здесь, разделить на 2s минус 2. Ну или если хотите, можете так не делать, можете написать 2s. На самом деле, вы сейчас поймете, почему это все не так важно. Дело в том, что все-таки настоящая оценка не вполне такая. Можно рассуждать просто чуть-чуть более тонко, чем я сейчас рассуждал, и получить лучшие оценки на это самое число Рамсея. Итак, давайте поймем, что мы только что с вами доказали. Мы с вами доказали, что число Рамсея от SS меньше, чем 2 в степени 2S минус 2.